достаточно разнообразно. Очень немногие драматические театры могут похвастаться такой серьезной и умной афишей. Перечисляю. «Потудань» по Платонову, «Шекспир», «Лаборатория», «Мы» по Замятину, «Экклесиаст», «Песнь песни» и «Книга Иова» по Ветхому Завету, трилогия «Башлачев», «Человек поющий», «Высоцкий реквием» и «Бродский ниоткуда», «Цирк Шардам» по Хармсу. Звучит все. Вот такая афиша – это театра кукол, да? Да, да, да. Очень серьезная афиша, громко звучит. Не каждый театр драматический может похвастаться такой афишей, серьезной. А как зритель ваш, вот взрослый зритель, я так понимаю, воспринимает этот репертуар? Мы достаточно продолжительное время занимались тем, что как-то привлекали зрителя в наш театр. Это было не просто привлечь взрослого зрителя в театр кукол на вечерние спектакли, но так или иначе нам это удалось. Руслан, они из-за текстов ходят? Или из-за того, что они видят? Или что? Почему они в кукольный театр ходят, эти люди? Ну, я не знаю, по-разному. Допустим, вот если у нас такой спектакль «Мы», конечно, сначала это Замятин, да, это текст, который не может быть неактуальным, пока, да, существует какое-либо государство. Вот. Поэтому для молодежи сейчас, для, скажем, такой мыслящей молодежи, для сомневающейся молодежи, мы прежде всего текст, а потом уже спектакль. Но на спектакле я знаю, что они не разочарованы, потому что практически всегда в финале люди встают и долго не отпускают актеров. То есть вы раскланиваетесь, да? Скажите, а вот все-таки название профессии. Это актер-кукольник, просто кукольник. Как это можно назвать? Это так? Как у вас в дипломах написано, скажите? Как написано в дипломах? Артист-кукловод. А вот что такое кукла, по-вашему? Игрушка, актерское приспособление или, так скажем, мистическая часть души вашего актера? Ну, это образ человека. Кукла – это образ человека. Как бы человеку же нужно понимать, ну, то есть, хотелось бы, чтобы он понимал, какое место он занимает во Вселенной. Поэтому и появилась кукла, на самом деле. Кукла появилась, прежде всего, как ритуальный такой объект. Но я просто такие вопросы буду задавать, может быть, для вас смешные. Она никогда не своевольничает, кукла? Вдруг перестает понимать?